Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видеоуроке мы познакомимся с таким понятием, как трендовые линии. Это один из древнейших инструментов графического анализа, тем не менее, сохраняющий свою важность. Линия тренда — это, ну, как и следует из названия, прямая, которая соединяет повышающиеся минимумы на возрастающем рынке и понижающиеся максимумы на медвежьем, то бишь понижающемся рынке. И как же их нам чертить? Трендовая линия должна соединять как можно больше оснований, как минимум два. Это для возрастающего рынка и для понижающегося, соответственно, мы будем соединять верхушки. Как это все происходит, проще показать на практике. В MetaTrader для рисования трендовых линий служит соответствующий инструмент. Если на него направить, вот высветится трендовая линия. Нажимаем на эту кнопочку. И курсор мыши немножко меняется. Нам показывается вот такое перекрестие, а под ним, немного правее, находится изображение линии. Для того, чтобы нарисовать трендовую линию, нам нужно основание в начале для повышающегося рынка. И далее мы соединяем последующие локальные минимумы для возрастающего рынка. Ну, вот, допустим, вот здесь такой хрестоматийный пример, четкий и явный. Мы ставим перекрестие мыши на первое основание и уже от него проводим линию так, чтобы она соединяла как можно больше точек. Соединяла как можно больше точек последующих оснований. Ну, то есть точек, в которых рынок, свечи пытались понизиться, но этого не произошло. Продолжилось движение вверх. И вот у нас получилась вот такая прямая. Она не обязательно должна соединять, как в учебниках, идеально эти точки. Где-то может вылазить за нее некоторые хвостики свечей. Это нормально. Нас больше интересует здесь вопрос здравого смысла, а не красота какая-то линий. То есть трендовая линия нам отображает некую планку, некий пол, от которого цена периодически отскакивает и продолжает тренд вверх. Как мы видим, потом тренд вверх усилился, цена сильно отошла от нашей нарисованной линии, но тем не менее продолжала вертеться вокруг нее еще какое-то время. После, как мы видим, что периодически с посещением некоторого времени трендовые линии устаревают, и нужно уже рисовать новые. Давайте еще для медвежьего рынка, для падения нарисуем трендовую линию. Вот у нас хороший пример, прям рядом же. Опять же, для медвежьего рынка мы соединяли до этого на растущем рынке основания, а здесь же мы будем соединять максимумы локальные, которые постепенно понижаются, тем самым создавая падающий рынок. Ставим на первый наш локальный максимум курсор мыши для того, чтобы прочертить трендовую линию. И опять же соединяем последующие локальные максимумы, которые появлялись на графике. Таким образом мы получили трендовую линию для медвежьего рынка. И, соответственно, нарисовали ее. Как вы можете заметить, что через какое-то время происходит такая ситуация, что трендовая линия становится не столь важна, как она была первоначально. Вот как в нашем первом случае. Рынок поднялся намного сильнее вверх, и какое-то время не происходило возврата к трендовой линии. Ну, а потом мы, как мы могли видеть, она устарела. Но, тем не менее, когда рынок поднялся, мы могли начертить еще одну трендовую линию, точно так же, как и первую, но на другом участке. Давайте это продемонстрируем. У нас появилось, как мы впоследствии могли видеть, новые, более высокие основания, которые давали нам возможность прочертить еще одну линию для более короткого периода. Это выглядело примерно вот так. Это называется второстепенная
трендовая линия, то есть мы вначале начертили нашу главную линию, а потом рынок перешел в более сильный рост, и мы смогли начертить второстепенную трендовую линию, которая была недолгой, жила недолго, но тем не менее, если бы продолжалось движение вверх-вверх вот так, наша второстепенная трендовая линия играла бы немаловажную роль. Ну, это здесь опять же все это вопрос здравого смысла. Просто нужно не стараться все делать как-то по какой-то инструкции, по какой-то бумажке. Здесь при построении трендовых линий стоит учитывать то, как реагирует рынок. То есть в каких местах он отскакивал, те места мы пытаемся найти некую платформу, некую линию, пол, как я уже говорил, которого он как мячик рынок отскакивает. Также стоит упомянуть, что трендовые линии могут быть разными, все зависит от того, какой временной промежуток нас интересует, то есть как долго мы будем держать позицию, ну, если выражаться в количестве свечей, так как на таймфреймах, на абсолютно любых, правила построения линий остаются одинаковыми. То есть мы можем искать какие-то небольшие тренды, а можем искать какие-то и существенные, которые имеют большую протяженность. Ну, допустим, вот здесь у нас был совсем небольшой, непродолжительный медвежий тренд. Мы могли бы нарисовать трендовую линию примерно вот так, если бы мы торговали на вот этом промежутке. А тут чуть-чуть вылазит за трендовую линию верхушка свечи, тень ее, хвостик. Это ничего страшного, опять же, как я уже не раз упоминал. Мы ищем прежде всего логическое обоснование для трендовой линии, а не какое-то высокохудожественное. Вот, допустим, здесь мы могли нарисовать небольшую трендовую линию вниз, но при этом у нас сохранялся более долгосрочный тренд вверх, который мы могли бы прочертить вот этой вот линией. Как мы можем наблюдать, он сохранялся намного дольше, чем наш небольшой тренд вниз, который по сравнению с нашим более долгосрочным трендом вверх являлся всего лишь коррекцией и возвращением к большей протяженности трендовой линии, не более. Ну, опять же, все зависит от того промежутка, на котором мы торгуем. Если вы торгуете на протяжении каких-то 10 свечей, то ваша позиция держится не более чем 10 свечей, то для вас был бы более важен вот в данный момент нисходящий тренд. А если какой-то более широкий промежуток используется в вашей торговле, то, соответственно, вы бы уделяли большее внимание именно долгосрочным трендам. Как же использовать трендовые линии в торговле? Ну, нарисовать их мы научились, допустим, вы где-то нарисовали трендовую линию, но что же с ней делать? Во-первых, трендовая линия выступает в качестве хорошей зоны поддержки, то есть зоны, от которой цена теоретически и, скорее всего, оттолкнется при наличии устойчивого тренда. А также можно торговать на прорывах этой самой линии, этой самой зоны поддержки. Ну, давайте вначале разберем отскок от этой линии, то есть когда цена вновь возвращается к трендовой линии, а потом от нее отскакивает. Это можно отражается. Это можно расценивать как сигнал к продолжению тренда и открывать соответствующую позицию. Ну, допустим, не уходя с этого же графика, у нас цена пошла вниз, потом вернулась к трендовой линии. Ну, тут у нас пока не был нарисован основной график, мы бы ее строили немножечко ниже, а потом бы корректировали. И вот в данном случае, здесь как раз нарисовался пин-бар, можно было это расценивать как отскок от трендовой линии и открывать позицию на продажу. Вот, опять же, возвращается цена к трендовой линии. Здесь наблюдается явный отскок, так как свеча в направлении нашего тренда.
медвежьего, и мы могли, опять же, продавать. А если цена подошла к трендовой линии, но свеча является противоположной нашему тренду, вот, допустим, сейчас тренд вниз на нашем примере, а свеча бычья, и она подошла вплотную к трендовой линии. Стоит ли прямо сейчас, вот, при условии, что вот только-только наша свеча закрылась, продавать? Нет. Стоит дождаться подтверждения сигнала, когда нарисуется свеча в направлении нашего тренда. Ну, в данном случае вот медвежья свеча нарисовалась, и после этого уже можно продавать в расчете на то, что тренд продолжится. Также существует такая тактика торговли по трендовым линиям, как пробой. Это когда цена пробивает трендовую линию в направлении, противоположном нашему тренду, и, соответственно, происходит разворот. Ну, давайте у нас покажем это на примере. У нас произошло здесь как раз пробой среди трендовой линии. Нарисуем вначале трендовую линию. Вот здесь была трендовая линия. Окей. Причем иногда бывают ложные пробои. Допустим, как здесь произошел пробой, но на свече, которая только-только пробила трендовую линию, входить не стоит. Стоит подождать еще одной свечи для подтверждения того, что этот сигнал правильный, что это не ложный пробой. Ну вот здесь свеча пробила трендовую линию, затем мы ждем еще одну свечу, нарисовалась бычья свеча, естественно, мы не продаем после этого, а ждем, что будет дальше. И видим, что цена, соответственно, вернулась выше трендовой линии и продолжится тренд вверх. Окей, в этом случае мы могли бы это расценивать как отскок от трендовой линии и где-то вот после этой свечи, после подтверждения, закупиться. Ну, это опять же про отскоки. Про прорывы, про пробои трендовой линии. Вот у нас здесь произошел пробой, цена пробила трендовую линию, мы ждем еще одной свечи для подтверждения, она опять же медвежья, указывает на разворот, и мы вполне в этом случае могли продать, и тут все свои профиты были бы взяты, так как это произошел разворот. А вообще, после прорыва трендовой линии возможно два варианта развития событий. Это возможно это разворот, либо консолидация перед продолжением рынка, то есть перед продолжением тренда. Как это произошло вот здесь? Опять же, у нас была нарисована трендовая линия, была бы нарисована восходящий тренд, все хорошо, и далее происходит ее пробой. У нас нарисовалась медвежья свеча, которая пробила линию тренда, затем была бычья, мы ждем, что будет дальше, а затем нарисовалась медвежья, и еще и с хвостом вверх, что нам, соответственно, было сигналом к тому, что следует продавать. Ну, тут все зависит, конечно, от целей, были бы они взяты или нет, насколько мы бы рассчитывали это движение вниз продолжалось бы. Ну, это, опять же, стоит уделять внимание и другим техническим индикаторам, графическим моделям, зонам поддержки сопротивления и так далее. Это не является объектом данного видео, поэтому мы это опускаем. Вот в данном случае у нас здесь произошла некая консолидация, некоторая коррекция, которая вылилась вот в такой сумбурный набор свечей, почти горизонтальный, который потом вернулся в бычий тренд, и бычий тренд, соответственно, продолжился. В данном случае это у нас был не разворот после прорыва, а консолидация перед продолжением тренда. Как определить, является ли прорыв трендовой линии, пробой ее, сигналом к развороту рынка, либо сигналом консолидации? Это все определить на самом деле практически заранее очень сложно, практически невозможно сказать точно, но мы можем производить некоторые суждения на основе угла наклона трендовой линии. Чем более крутой угол наклона у трендовой линии, тем больше вероятность, что после ее пробоя последует консолидация, а не разворот. Ну, соответственно, чем круче тренд, тем больше вероятность, что он сломается на какое-то время, а потом продолжится.
А вот если линия более плавная, какая-то имеет большую протяженность, ну вот допустим, как здесь. Вот как здесь. А то после ее пробоя мы видим, что тренд вниз продолжался довольно большое количество свечей, то после ее пробоя мы имеем основание предполагать, что это сигнал именно к развороту. Ну, что, собственно, и произошло в данном случае. Но не всегда все так просто. Помимо трендовых линий, стоит принимать во внимание и другие сигналы. После того, как линия тренда была пробита, это еще вовсе не значит, что ее следует удалять с графика, так как она может еще служить нам пользу. Как вы, наверное, заметили, трендовые линии, которые мы рисуем, автоматически продолжаются в будущее, что помогает нам на основе них ставить какие-то цели, стопы и так далее. Но и также это может помочь нам в нахождении потенциальных зон будущей поддержки и сопротивления. Ну, давайте вот рассмотрим пример, когда не следует удалять с графика, казалось бы, утратившие актуальность трендовые линии. Вот в данном случае, что мы видим, была у нас трендовая линия, тут чуть-чуть ее выше нужно было начертить. Далее произошел ее пробой. И после этого цена вновь возвращается к этой трендовой линии, чтобы ее протестировать. У нас была трендовая линия при бычьем тренде. Она являлась поддержкой, от которой цена не раз отскакивала. А после того, как цена ее пробила, она на короткое время становится сопротивлением. И цена зачастую стремится к ней вернуться. Ну а потом уже продолжить свое противоположное движение. Вот в данном случае цена ее пробила, нашу бычью линию тренда, а затем к ней вернулась и вот так хвостиками почти коснулась, тем самым протестировав ее как сопротивление. Ну а потом мы можем наблюдать, что вот тут наблюдалось небольшое зигзагообразное движение, а потом все-таки цена решила пойти вниз. То есть, после того, как линия тренда была пробита, не спешите ее удалять. Возможно, цена к ней вернется, и вы таким образом определите, что это разворотная модель. Конечно же, при условии, что цена от нее оттолкнется, а не пробьет и вновь продолжит наш тренд, который был до этого. Ну, естественно, линии тренда, чем больше протяженность, чем больше количество оснований или максимумов она соединяет, тем более эта линия тренда является, соответственно, вот как мы уже рассматривали на наших примерах, более протяженная, более длинная линия тренда имеет большую значимость, чем вот более короткая, которая держалась меньшее время. Также немаловажно число касаний, сколько раз цена отталкивалась от линии, и угол наклона линии. Чем более пологая трендовая линия, тем она важнее. Ежели трендовая линия имеет более крутой угол наклона, тем больше вероятность того, что она будет пробита, и тем, соответственно, она менее надежна. Также можно использовать трендовую линию в качестве передвигающейся зоны поддержки. Как я уже говорил, ну, допустим, где-то вот здесь вы купили и постепенно переносите стоп-лосс ваш чуть ниже трендовой линии и с каждой свечой его передвигаете. Такой своеобразный аналог трейлинг-стопа. Ну и напоследок давайте разберем, как же можно все-таки определить, какое расстояние цена пройдет после прорыва трендовой линии. Какое минимальное расстояние. Потому что если это разворот, то цена, естественно, может идти очень долго. Но нам нужно иметь какие-то минимальные первоначальные цели, которые с большой вероятностью сработают. Ну, соответственно, у нас есть какая-то трендовая линия. Цена продолжает от нее отскакивать. И вдруг происходит пробой. Имеется подтверждение пробою. Вы
открываете позицию, ну, в данном случае, допустим, вы дождались пробоя медвежьей трендовой линии и вот где-то здесь купили. Так какую же вам ставить цель? Какой же вам ставить цель профит? Это можно найти с помощью, опять же, нашей предыдущей трендовой линии. Смотрим, какое максимальное вертикальное расстояние от трендовой линии до основания либо максимума, если это бычья трендовая линия была бы, проходила цена от трендовой линии, и это расстояние в пунктах и будет нашей потенциальной первой целью. Ну вот в данном случае здесь у нас максимальное расстояние было 410 пунктов. Вот здесь мы купили, откладываем наши 410 пунктов. Ну, после небольшого роста, затем коррекции, наши 410 пунктов были взяты. Соответственно, для вот этой вот трендовой линии измеряем максимальное вертикальное расстояние от максимума до трендовой линии. У нас, да, наибольшее, которое имело место. Вот у нас в данном случае это 260 пунктов. И откладываем эти 260 пунктов после пробоя. И что мы видим? Вот как раз 300 пунктов здесь было максимум при движении вниз. Как раз наша цель бы сработала. А здесь максимальное вертикальное расстояние от максимума до трендовой линии было 370 пунктов. После пробоя мы продаем, откладываем эти наши 370 пунктов в качестве цели. Ну и вот мы видим, тут они благополучно сработали. Вот так можно определять потенциальные точки взятия прибыли при открытии позиции после пробоя трендовых линий. Ну, это этот способ используют сами же трендовые линии. Можно, конечно, учитывать зоны поддержки сопротивления, какие-то другие участки. Но об этом, обо всем мы поговорим в других видеоуроках. На этом все. Видео записано специально для сайта tradelikeapro.ru. До свидания.